Сотрудники антимонопольной службы начали помогать кировским водителям получить полис ОСАГО. Пойти на этот шаг их вынудили действия недобросовестных страховых компаний. С начала года антимонопольщики получили десятки жалоб от автовладельцев на работу местных страховщиков. При попытке получить полис обязательного страхования автогражданской ответственности, без которого за руль садиться нельзя, страховые компании выставляли автовладельцам условия о форме для этого дополнительной страховки, к примеру, на жизнь, иначе полис ОСАГО не предоставлялся. Причем особенно злоупотребляла своим положением одна из крупнейших в регионе страховых компаний. Антимонопольная служба предупреждала страховщиков об административной ответственности, и уже заведено дело. Однако последние никак не отреагировали до сих пор. И только в присутствии сотрудников антимонопольной службы менеджеры страховых компаний оформляют полис ОСАГО водителям без проблем. А вместо того, что было озвучено по телефону, за облачные суммы там, в размере 6000 рублей, страховка сейчас в данный момент была оформлена по минимальному тарифу с учетом всех бонусов 2500 рублей. Потому что в присутствии... В присутствии сотрудника УФАС, опять же. Если вы спросите меня, насколько это правильно, я считаю, что это неправильно, это неадекватно. Когда страховые компании, работающие на рынке, только под контролем и под надзором контрольного органа начинают работать добросовестно и законно. Буквально завтра мы составляем протокол за нарушение законодательства и одновременно протокол за неисполнение нашего требования о прекращении нарушения законодательства.